Увидеть традиционный быт горцев и вспомнить забытые обычаи. Именно это предложили сделать посетителям станции детско-юношеского туризма и экскурсии в Шамиль-Кале. Воспитанники станции рассказали о национальных блюдах, их ингредиентах и этапах приготовления. Показали национальную одежду и то, как делаются знаменитые, не имеющие аналога в мире унцукульские изделия. Также была показана сценка «Один день из жизни горянки», в которой были продемонстрированы уклад предков и некоторые старинные обычаи. Наша важная, главная задача, чтобы наши дети помнили, не забывали нашу культуру, нашу историю, быт наших предков –